А 25 июня на стадионе «Красный Яр» состоится решающий матч первого этапа чемпионата России по регби среди команд премьер-лиги. Лицом к лицу сойдутся два непримиримых соперника – красноярские клубы «Красный Яр» и «Енисей СТМ». Пока на счету левобережных регбистов 8 побед в 8 играх, у «Енисея СТМ» 7 выигрышей после 7 поединков. Так что в этом матче определится победитель первого этапа. Главная задача регбийного клуба «Красный Яр» на этот сезон – вернуть себе титул чемпионов страны, который подопечные Игоря Николайчука в прошлом году уступили именно «Енисею СТМ». В межсезонье в клубе произошло много перемен, покинули команду новозеландские легионеры. На их место тренер Сио Таумалола лично пригласил 5 игроков-соотечественников из островного государства Тонга. Болельщиков ждет жаркий матч, который планирует посетить и губернатор Красноярского края Виктор Толоконский. Начнется красноярское дерби завтра в 19:00. Первое дерби для Красноярска – это вообще праздник, потому что дерби – самые зрелищные игры. Всегда были и есть. И поэтому, я думаю, сопоставимо с днем города для Красноярска. Ну, Енисей, он сильный в статике. То есть у него очень хорошо поставлена игра в коридоре, в схватках. Поэтому мы знаем его сильные стороны и готовились к ним. Чтобы победить, нам нужно выполнить только установки все, которые нам дает тренер наш Игорь Николайчук и Сева. И, ну, дисциплину побольше. И установок, которую нам дадут вот, наше руководство, наш тренерский наш состав. И все будет хорошо и невозможно, а мы победим. Это без вариантов.